Это европейская рысь. В зоопарках рыси разводятся достаточно сложно. Во-первых, это очень сложный подбор пар. Для того, чтобы получить вот такое вот счастье, мы несколько раз, у нас есть замечательный Феликс, замечательный красавец папа. И вот мы не могли ему подобрать пару, потому что то самочке что-то не нравилось, то у них возникал конфликт. Один детеныш погиб, а вот это вот счастье наше осталось живым на искусственном вскармливании. И в принципе оно прибавляет в весе не хуже, чем если бы она была на мамином молоке. Вот. И единственное, что, конечно, для сотрудников зоопарка, как всегда, это сумасшедшая забота. Потому что такого зверька приходится брать домой. Его надо кормить через каждые полтора часа, независимо от того, день или ночь. Вот. Постоянно у него возникают проблемы. То животик пучит, что-то не так, то еще что-то, то от одного корма отказался. Вот в последнее время она отказалась кушать цыплят. Пришлось искать что. Потом начала кушать утяточек. Сейчас эта утята отказалась, кушает крольчат. Ну вот такие вот пищевые предпочтения, которые все равно нужно пробовать, нужно изучать для того, чтобы она выросла здоровой и, может быть, когда-то стала мамочкой у нас в зоопарке.